В автоаварии в Акушинском районе сегодня погибло 4 человека. На автодороге Цугника, Сагумахи, Карбачимахи 63-летний житель Дербента, по предварительной информации, не справился с управлением. В результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в 60-метровый обрыв. От полученных тяжких телесных повреждений водитель и находившиеся в машине трое жителей Дербента 59, 73 и 79 лет погибли на месте.